Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». И мы с вами на берегу Днестра. Посмотрите. Честно говоря, ну, больно. Больно смотреть на вот это вот все. Вот это вот. Этот мусор, который находится прямо, прямо возле кромки воды. Посмотрите. Посмотрите, здесь что творится. Вы видите? Бутылки, пластик, банки, упаковки, пакеты, тапки валяются. Посмотрите, сколько всего. Такое ощущение, что люди не люди, понимаете? Свиньи самые натуральные. Другого варианта назвать людей, которые вот кидают этот мусор, у меня другого определения к этим людям нет. Понимаете? Посмотрите. Так это здесь, вот возле реки. Но ведь некоторые индивидуумы умудряются, знаете как, ну чтобы мне вот в глаза не мулилось вот этот весь мусор, я беру его и вот так вот через голову херак и выкидываю. И посмотрите, что здесь находится. Посмотрите. Посмотрите на эту свалку. Вот как это, блин, как это можно понять? И вот что движет человеком, который берет и вот так вот тупо кидает мусор. И при этом каждому, к которому я бы не обратился, все говорят: да это не я, посмотрите. Это кто-то такой вымышленный, понимаете? Вот некоторые даже умудряются набрать полные пакеты, полные мешки и вот так вот бросить, понимаете? Господи, люди, задумайтесь, что вы делаете. А ведь это, ну, в 5 метрах от уреза воды, чтобы вы понимали. Смотрите. Посмотрите, сколько здесь пластика, целлофана, мусора. Друзья, в прошлой осенью мы проводили уже один такой субботник на 51-52 километре. Сейчас вот я нахожусь на 47 километре. Вот этот весь мусор, что туда, что сюда, здесь находится. Поэтому давайте все вместе соберемся и уберем вот этот весь мусор. Ну, потому что, ну, а если не мы, то кто? Кто? Придет какой-то дядя откуда-то? Или кому-то там заплатят деньги, он придет, уберет? Нет. Вот так оно будет тут, вот лежит оно здесь годами. И также годами оно будет здесь лежать. До тех пор, пока мы с вами не закатаем рукава и не наведем здесь порядок. Я думаю, что уже давным-давно настала пора бережливого отношения к природе. Друзья, я объявляю следующий субботник. 28 марта. Это основной день. Не знаем, какая будет погода. Если по погодным причинам мы перенесем, то это будет 4 апреля. То есть две даты. 28 марта, 4 апреля. Это суббота. Если ты неравнодушен, если тебе также вот этот весь мусор, который здесь есть, не нравится, и ты готов потратить свое время для того, чтобы поубирать, будь с нами. Друзья, 28 марта 2020 года мы проводим субботник на реке Днестр на 48 километре. Если будет плохая погода, то субботник будет перенесен на 4 апреля. Но основная дата 28 марта. Поэтому на субботнике хотелось бы, чтобы было как можно больше людей. Все обсуждения по поводу организации проведения субботника будут в вайбер-сообществе «Все для клёва Днестр». Ссылка на это вайбер-сообщество в описании к этому видео. Любая помощь в организации нашего субботника приветствуется. То есть, если у вас есть возможность приобрести мешки, перчатки, либо каким-либо другим иным способом оказать помощь в проведении субботника, пишите в наше вайбер-сообщество. Пора каждому из нас, самому себе, доказать, что мы цивилизованное общество, что мы
можем сами навести порядок в своей стране. Я глубоко уверен, что есть небезразличные люди, которые вместе со мной будут 28 марта 2020 года на этом субботнике. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И очень было бы приятно, если бы вы поделились этим видео в соцсетях. Потому что чем нас больше будет, тем больше мусора мы уберем. Кому интересно, как проводился прошлый субботник, можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Всем удачи, всего хорошего. Пока.